Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока – что такое имя существительное. Давайте прочитаем следующие слова. Зовут, заводить, заводской. Ученик, учить, ученый, кот. Юг, южный, встреча, встречный, встречать. Давайте найдем среди данных слов имена существительные. А для этого нам с вами нужно будет вспомнить то, что мы изучали на прошлом уроке. Какими признаками обладает имя существительное? Ну, во-первых, имена существительные отвечают на вопрос «кто» или «что» и обозначают признак, и обозначают предмет. Итак, что? Зовут. Кто? Ученик. Что? Юг. Что? Встреча. К именам существительным относятся слова «зовут», «ученик», «юг» и «встреча». Они обозначают название предметов. А если мы посмотрим на оставшиеся слова, то слова «заводить», «учить», «встречать» обозначают действие предмета. А слова «заводской», «ученый», «южный», «встречный» обозначают признак предмета. Слова, которые обозначают предметы и отвечают на вопросы «кто» или «что», называются именами существительными. Слова «солнце» – «что», «кот» – «кто», «девочка» – «кто», «земляника» – «что», «осина» – «что», «заяц» – «кто» – это имена существительные. Имена существительные могут отвечать не только на вопрос «кто» или «что», но и на другие вопросы. Например, «чего» – «зимы», «весны», «чему» – «зиме», «весне», «о чем» – «о зиме», «о весне». Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.